Гренки с яйцом на сковороде – это поджаренный различными способами хлеб, блюдо, которое в разных вариациях встречается во многих кухнях мира. Мы же будем готовить сладкие гренки с молоком и яйцом. Гренки с яйцом на сковороде – отличный вариант для завтрака или полдника. Гренки из белого хлеба, пропитанные яично-молочной смесью, обжаренные на сковороде – их обожают взрослые и дети. Такие гренки получаются мягкими, нежными. К ним можно подавать различные свежие фрукты и ягоды, сладкие соусы, джемы и варенье. К тому же времени на их приготовление требуется совсем немного времени и сил. Попробуйте, и вам обязательно понравится. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовим все необходимые ингредиенты. Батон лучше использовать уже нарезанный, если хлеб цельный, нарезать его на одинаковые ломтики. В удобной миске взбить вместе яйцо, молоко и сахар, желательно, чтоб молоко было теплым, таким образом сахар быстрее и лучше растворится. Сковородку разогреваем и наливаем в нее немного масла, кусочки хлеба опускаем в кляр, делаем это быстро, и выкладываем кусочки на сковородку, на среднем огне обжариваем батон с двух сторон до появления корочки. Готовые гренки выкладываем на блюдо, можно предварительно промокнуть бумажной салфеткой, даем немного им остыть и подаем к столу. Подписавшимся, больше вкусностей. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Продукты и их количество, далее. Белый хлеб, 400 грамм, молоко 1 стакан, яйцо 1 штука, сахар 2-3 столовые ложек. Оливковое масло, по вкусу, для жарки. Количество порций, 4-5. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. До свидания.